Здравствуйте, с вами Николай Куприков. Однажды на дороге. Ты не пой, соловей, в машине своей. Кажется, он дал петуха. Да тут не только петуха можно дать, можно просто... Испугались? Обосрался. Все в порядке, можно ржать. Неплохо, кстати, расщепление получается. Чувак, да ты просто молодец, по крайней мере, по-мужски среагировал, не то что некоторые. Торты, сахарные цветы. Хабаровск. Этот торт изготовила Павлова Наталья по заказу на день рождения ребенка. И что, нормально? Что не нравится-то? А то, что вместо Оптимуса Прайма должен быть Бамблби. Даже я не знаю, кто такой Бамблби. Я подумал, что это очередной извращенец. Би-би, типа. Собака Павлова, Наталья Павлова, скорее всего, взрослая женщина. Она не смотрела трансформеров в детстве. Она смотрела домовенка Кузю. Фу, какая гадость. Ой, фу, блинов хочу со сметаной. Я его слепила из того, что было. А потом, что было, то и подарила. А чё это у него в заднице торчит? Его на кол посадить хотели? Недовольному клиенту деньги так и не вернули, а это почти 10 тысяч рублей. От, женщины, учитесь готовить сами. Не надо надеяться на Натальих Павловных. Автоботы, трансформируйтесь. Теперь мы живем среди людей, скрывая свое истинное лицо, и тайно за ними наблюдаем, ждем, защищаем. Я Оптимус Прайм, и я обращаюсь ко всем выжившим автоботам, укрывшимся среди звезд. Мы здесь, мы ждем. Мы ждем, когда у нас наконец-таки научатся делать торты. Квартирный вопрос. Очень не хотел говорить этих слов. Но у дизайнера либо не знает понятия эргономика, либо уши заткнул чем-то сложным. Эргономика – наука о приспособлении должностных обязанностей и рабочих мест. Теперь мы знаем. Спасибо, бородач. Нет, вообще, да уж. Нет, вы полюбуйтесь, ему не нравится. Вот он чем слушал? Вы мне объясните. Вот объясните, пожалуйста. Вот чем он слушал? Жопой. Что вам не нравится? Ну, давайте по мелочи. Вот смотрите, книги стоят внизу. Да. Сажусь я на кроватке утром, раз ногой задел, книга вывалилась, порвалась. Это раз. Нихера ты, блин, ногами книги рвешь. Зеркало в спальне стоит напротив кактуса. Ну ладно, меня видно чуть больше половины, ее-то будет вот. Я что-то пропустил? Квартирный вопрос стал платный? А можно найти вот этого человека и в глаза ему посмотреть, а? Как вы думаете, героям нашим понравится то, что мы для них сделали? Да, я думаю, их это удивит. Доступ... Где замок? А замка здесь нет, от дизайнера. Это квартирный зарос. Чувак, ты совсем зарос. Не можно! Это квартирный поднос. Я считаю, выключатель уже отломил. Сортирный понос. Ну, офис, это не спальня. Квартирный засос. Господа, извините, но это вообще не то, что мы просили. Чувак, поменяй диоптрии. Бородатая ты толстая дурочка. Тебе бесплатно сделали ремонт. Если ты такой умный, сука, что ты его сам не мог сделать? У тебя с брежневских времен все засеяно коврами. У тебя даже нахер на стене висел ковер. Так, Валера, все, сноси, заноси все обратно. Сейчас заклеим все коврами. Я захожу в халате из душа, раздеваюсь. Так. Да? Да, уже представила. Ноги у меня без... Ты что там представила? Тапочек, я думаю, без тапочек хожу. И мокрыми ногами по ковру пошел. Хорошо. А вы всегда мокрые выходите из ванны? Это что, квартирный допрос?
Я даже не знаю, кто. Что сказать? Я тоже не знаю, что вам сказать. Офигенный муж. Толстый. С бородой, как у бомжа. И с претензией. Совет вам до ремонт. Положите что-нибудь сюда, тогда будет положительно. Он еще и шутник офигенный. Прям как я. Многие уже и забыть забыли про квартирный вопрос. Просто для сравнения. Предыдущие выпуски набрали по 20 тысяч просмотров. Скандальный 800 тысяч. И поскольку чувак неадекватный, то скажется положительно. Папа снимает утренник в детском саду. Нормально, я также снимал утренник племянницы. Не, и реально, я тоже привык, что воспитательница — это пожилая женщина, которую незачем снимать. Во всех смыслах. Так, это точно не шейпинг. В платье там не пляшут. Не, я не понял, а где дети? Это насколько же большая жопа, что она заслоняет детей? Оп! А, вон машет! Ха. Секси леди на детском утреннике? Привет, привет! Если так дальше пойдет, то все дети себе такую жопу накачают. Это явно элементы из тренировки. Внимание! Возникает главный вопрос. Как отчитываться перед женой? Время пошло. Я тебя на утренник посылала? Посылала. Видео снимал? Снимал. Где дети? Какие дети? На самом деле, я думаю, все очень просто. Одной рукой он держал телефон и снимал детей, другой рукой он... Ты на что намекаешь? Держал камеру и снимал детей. Ну что, НТВ продолжают нас радовать. На этот раз они переплюнули самих себя. Такого от отца двух дочерей не ожидали даже самые ярые злопыхатели. То, что было раньше, это детские игрушки. Все, что нам было показано и рассказано раньше. Что же там такое? Что не каждый, даже взрослый человек, готов это увидеть своими глазами. Поэтому, ну, тем более дети, да, просьба убрать всех. Ха, как скажешь. Внимание на экран. Это съемки фильма для взрослых. В главной роли Алексей Панин. Ну, Панин и не такое может учудить. Если он на телевидении говорил, что с мужиками спал и в оргиях участвовал. У меня много что было. В том числе и секс с мужчинами. Партнерша Панина по фильму – молодая девушка. Ну, в смысле, сука. Так? Какой породы? Она с интересом наблюдает за происходящим. На кадрах обнаженный артист лежит на кровати с раздетой женщиной. Рядом собака. И то, что Алексей Панин с ней делает, показывать нельзя. Вообще нельзя? Ну, может, хотя бы чуток? Кстати, очень хорошие стихи сочиняет. Это просто вот у нее заслушаешься, песни пишет. Она же актриса тоже. Слушайте, я нифига не понимаю. Собака стихи сочиняет? Вы меня совсем запутали. Водички, ну, дайте. Вы представляете, он приходит домой и тем ртом целует дочь. Я вообще просто чуть не стошнила. Фу, блин, заткнись! Но! То, да, вот сейчас собака, а вот хорошо бы еще конь. Выйду ночью в поле с конем. Мы пойдем по полю вдвоем. Только мы с конем, только мы с конем. Что сейчас было, ни хрена не поймем. Я хочу понять, его заставила нужда или он действительно какая болен? Реально, нужда заставила, чуваки, не обессудьте. Болен. Какая нужда может человека заставить в таком сниматься? Интересно, а сколько заплатит за секс с собакой? Алло, алло, это Алексей Панин. Да-да-да, вот этот чудной актер. Сколько? Выезжаю. Понятно, лучше первое. Лучше бы она ему отгрызла. Второе, там ведь все. Это вся слюна, а в слюне находятся вирусы всех калибров. Мне плевать на твое лаве, мне плевать на дома и тачки, но мне далеко не плевать на твой секс с собачкой. У-ху-ху.
Ну, во-первых, хочется сказать, что это специфический вид кинематографа, скажем так, которого чураются даже профессионалы от жанра. Почему? Ха! Даже порнорежиссер офигел от такого. Заставить краснеть порнорежиссера – это дорогого стоит. Я не знаю ни одного актера лично, которому хоть кто-нибудь подходил с подобным предложением. Я знаю пароль, я вижу ориентир, я верю НТВ, наш панин зоофил. Грибок и эти гениталии, которые, ну вы видели, да, все, это слюна, но это я не знаю. Буся, это что ж такое деется-то, а? Для меня не проблема. Переспать с собакой. Снимался сериал «Четыре таксиста и собака». Так это был целый сериал? Ни хрена себе сюжет «Четыре таксиста и собака». А что, он обоссался и обоссался, пока он там бился. Жуть какая, обоссался и обосрался. Прям на съемках. Что, солдат, ссымся? Так точно, ссусь. Ну, это, солдат, не беда. Такая сегодня экологическая обстановка. Твой позорный недуг мы в подвиг определим. Пошлем в десантники. Там ты еще и сраться начнешь. Это лицо сразу видно, пропойца и дебила. Ну, дебил. Сидь на его лицо, больной человек. Шизоид, посмотрите. Любой психиатр скажет, сумасшедший. Собака, конечно, это перебор, но... Но один раз не затряс. Он часто находит себе подругу на ночь. Это может быть... Ворона. Про-та-та-та-та-та. А может быть, собака. А Панин обладает слишком... большим хозяйством. Все поняли, слишком. Блин, зачем я взялся это комментировать? Что вообще происходит? Это нанятые актеры. Это большая разница. Имеется в виду большой размер. Да все уже поняли, угомонисты, блин. Дело в том, что свингер-клубы осточертели уже. Это не повод переходить на собак. Сегодня ему нравятся кошечки, собачки. Не, Алексей, просто интересно, что дальше? В следующий раз видео с кладбища будет? Мне плевать на всех, сплю с кем хочу. Собачки. Не, я тоже сплю с собакой. В кровати, в смысле. Сплю в этом смысле. Может быть, смерть какая-то, которая, ну, будет, знаете, случайно от откусывания, кровотечения или спида, извините. Все, хватит. Случай, конечно, резонансный. Я думаю, что Путин уже посмотрел. Есть такой грех. И сделал вывод, что с собаками спать нельзя. Короче, он примет верное решение. Вообще, с таким багажом Панину нужно баллотироваться в президенты США. Спасибо, что досмотрели до конца и разделили со мной это безумие. Если вам понравилось, конечно, то вы очень странный человек. Не, серьезно, подписывайтесь на канал, если еще не подписаны. Ставьте большой, не средний палец, а большой палец. Ну и комментируйте, конечно же. Остерегайтесь Панина, не подходите, вообще переходите на другую сторону улицы, как там женщина в передаче советовала. Короче, вообще не смотрите лучше НТВ, смотрите мою передачу, у меня всегда позитивно, классно, здорово, пока! Мне нужна собака, я не могу уйти, я в проводах весь. Буся, запомни этого человека и никогда к нему не подходи. Торты, сахарные цветы, са-са-сарс. Этот торт изготовила Павлова Наталья по заказу на день рождения ребенка. От женщины, утитесь, что вы стоите. Эргономика, наука о приспособлении должностных. Должностных. Это квартирный. Чувак, поменяй диоптрии, баладатая ты балада. Иди сюда хорошенький. Иди сюда. Получишь по жопе сейчас.